Александр, на вас сегодня играю в Far Cry 5. Это тот видеоролик, где я закончил на том, как мне залагала игра. Сейчас, по-моему, она не лагает. Проблема в том, почему меня залагала игра. Игра заглючила потому, что... Не знаю, она вылетела, короче. В общем, там проблема какая-то. Я нашел тачку, точнее прицеп. Еще я увидел животных. Но это сейчас не важно, мне важно, где Китон. Может, он упал где-то, я не знаю. Так. Рейнджеры. Это, так. Давайте. Бункер, вышка Джонсона. Погнали, знаете куда? Можно же здесь быстрое перемещение как-то сделать? А вот грузовик жатвы, вот он. Я около него прям. Вот он. Там есть. Погнали. Что такое? Бита? Взять? Нет. Это пока что мне не нужно. Пистолет какой-то. Тут. Читать. Остальное все фигня, короче, здесь. То, что было. Так. Ну и что это? Лист. Так, как? Че такое? А, я закрылся, видать. Или че? Ладно. Давайте телепортнемся. Лагерь рейнджеров. Давайте быстро. Так, вот как он перемещается. Ну ладно. Так, ты кто? Мерл поехал к трейлерному парку незадолго до того, как там объявились сектанты. Я его знаю, он точно с ними сцепится. Хоть бы кто-нибудь ему помог. Понятно, еще что-то. Неужели кто-нибудь... Мерл поехал к трейлерному парку незадолго... Спасибо, спасибо. А где этот? По-моему, я Китона потерял где-то. Ну да ладно. Давайте, алтарь, давайте. Что там еще? А, здесь можно еще так... перемещаться. Это Уэйд из центра Глик. Сектант, это Уэйд из центра. Ладно. Погнали. Так. Сюда. Ну давайте я пока что здесь, наверное, ближе будет. Давайте. Переместимся туда, и оттуда уже мы сейчас переместимся уже дальше, сейчас посмотрим. Так, я переместился, ничего не лагает, все нормально. А, здесь этот как, понятно. Ну погнали. Тут как раз недалеко будет. Так, погнали, погнали. Тихо, тут эти парни. Так, по-моему, трое. Насколько я помню. Если тихо подойти к ним. Незаметно. То будет все нормально. Уходим. Так. Чё тут? Почему? Почему нельзя пнуть курицу? А вдруг полетит? Яков научил.
там был третий. Все, по-моему. И третий вот этот. Давайте просто осмотрим его. Прикольно. Ладно, так. Давайте стреляем в эту хрень. Опа. Взорвалась. Прикольно. Обыскиваем. А, патроны нет места, ладно. Ну я ее переломал, все. Че, куда там дальше? Во! Зеленый фильм. Магазин. Что за магазин появился? Давайте. По дороге еще туда сгоняем. Тогда. Ну, тут как раз недалеко, ладно. Я пока что не знаю. Попробую еще раз ту миссию, которая с бункером. Посмотрю, как он работает. Давайте посмотрим, как пробраться в лодочный сарай. Так, давайте. И чё, куда? По-моему. По-моему, это было просто. Нет, вам так не кажется, ребят? По-моему, это было слишком просто. Все открыто. Почему я сразу об этом не додумался? Ладно. Что можно так сделать? Включите электричество. Погнали. Туда попасть. Сейчас. Включаем воду. Она, по-моему. По-моему, вода уходит, да? По-моему, ее уже нет. Только чуть-чуть. Она сливается, короче. Теперь все нормально. Теперь можно все это смотреть. Спокойно походить. Так, картина. Все. Погнали. Думал, что это все будет так просто. Так, тихо. Что какие-то эти? Это что такое? Это фигня. Не знаю, что это. Если захочешь покрасоваться, можешь смастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. До связи. Так, деньги собраны. Так, здесь какой-то лук. Это, видать, лук. Понятно. Это лук и стрелы, ясно. Что здесь еще есть? Это фиговина. Так. По-моему, все. Нет, еще что-то было. Нет. Есть только лук и стрелы. Вот он, лук. Лук я не хочу. Вот здесь больше ничего нету, по-моему. Не знаю, может еще осмотреть. Вряд ли, нет, тут нифига нету. Это было так просто, пипец вообще. Почему я раньше не додумался до этого? Все, даже все включить обратно воду нельзя, да. Так, ладно, куда я там ходил? До магаза. Так, погнали.
Где мой газ? По-моему. Если не ошибаюсь. А, можно же этот чекпоинт поставить. Погнали. Здесь совсем недалеко. Это кто? О, привет. Есть минутка? Ничто не приносит такого умиротворения. Закинь удочку, попытай удачу. Да ну тебе. Прикольно. Очень прикольно. Что еще можно сделать? Даже бочку. Прикольно. Эти виды тоже можно как-то. Или нет? У побережья Марины Др... Давайте магазин возьмем. Так, что меня интересует? Оружие вряд ли меня интересует. Предметы. Где? Это что? Понятно. Так, поддать добычу серебряной слитки. Давайте карту округу Хоуп. Это, а, это я могу продать, понятно. Карту я не хочу продавать. Нет, не предметы. Одежда. Сейчас посмотрим, что я могу. Вот какой клуб есть. Заблокированный Ubisoft клуб. В смысле, если бы я был в Ubisoft. А, это надо открыть Ubisoft. Ладно. Давайте откроем. Так, 50 монет. 50 монет, 50 монет. Понятно, это все за... За валюту. Нет. Тогда нет, не надо. Торс. Чё торс? Куртка. А, рубашка. Еще одна рубашка. Еще такая куртка. Вот куртка есть такая. Сколько раз? Две. У меня дофига бабла. Как бы. По-моему, это Watch Dogs 2. Футболка Watch Dogs 2, да ладно. Серьезно? Давайте я возьму тогда вот эту кофту. Здесь я выберу. Давайте какие-нибудь такие. Нет, такие оставлю штаны. Такие штаны нормальные. Прическа. Такая. Кепка тоже такая же. Ставлю такую. Хотя здесь можно вот такую взять какую-то. Или шапку какую-нибудь. Не, ладно. Прикольно. На самом деле прикольно. Так, очки, кепка. Или очки, очки это сколько? 900. Давайте за 900 тогда купим, я не знаю что. Давайте купим. Нет. Руки, что здесь в руках есть? Не, ну ладно. Давайте пока что остановимся на этом. Давайте оружие там. Лопаты какие-то. Пистолеты. Ладно, боеприпасы. Живет не, ладно. Самая странная рыба. Погнали. Так, значит, что нам надо здесь сделать? По-моему, нам надо сюда. Только сначала мне надо телепортироваться тогда куда? А, в принципе...
А, вот здесь есть. Квадроцикл. Так, погнали. Хотя что здесь думать-то, блин? Давайте, я тогда телепорт. Блин. В принципе, можно телепортнуться. Телепортируемся тогда. Так будет проще проходить игровой процесс вообще. Так, куда мы идем? Так, это получается, что здесь? Где у меня? А где квадроцикл уже? Алло, ребята. Квадрика нет уже. Зато есть лодка. Понятно. Там что за дом? А. Там это, понятно. Так. Ну да ладно, я так добегу, наверное. Просто вот так вот. Погнали тогда, я не знаю куда, давайте сюда. Вроде квадрик есть. Так, через лес побежим тогда. Просто посмотрим, смотрите, какие цветы прикольные. Я не знаю, может у вас графика какая-то будет не такая, но автомат, походу, поменялся. Нет. Я думал, что изменилось. Так, сейчас. Так. Идем дальше. Просто вот так вот прикольно посмотреть вообще геймплей игры. Сейчас добежим и сделаем. Так. Тут там вышка наша есть. Вот такая, куда мы лазили. Там, там Китана оставили. Где Китан вообще? Он, по-моему, вообще пропал. Так, ладно, сейчас добежим. Сейчас доберемся до квадроцикла, потом будем думать, что дальше. По-моему, там дорога, и кто-то ездит. Нет? Вот. Или что это? Я его убил, по-моему. А. Что я делаю? Так значит, это конец. Как я рад, что ты здесь. Так. А это кто едет? Спасибо, спасибо. Тоже они? Спасибо. Нет, какой-то другой. Ладно. Где у нас там этот валяется? Тогда давайте его. Обыщем. Дробовик я не буду брать. Давайте, чё вы, ребята, там, чё там? Давайте. Есть тут одна девушка, Скайлор. Рыбу удит лучше всех. Ей нужна помощь с поимкой адмирала. Постарайся ее найти, как будет шанс. Ладно. Сейчас выполним задание. Так, а этот чё? Не хочешь? Нет? Побежал. Я не хочу умирать! Нет! Квадрик. Они уехали просто, алло. Кто-нибудь на помощь! На помощь! Ты чё мой квадрик угнал? Алло. Стой, 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 стой. Хочешь воровать? Воруй лучше у церкви. Прикольная тачка. Эй, если окажешься на мели, сходи на охоту и быстро срубишь денег. Многие ребята хорошо заплатят за мясо. Ща посмотрим. Значит, надо сюда. Это что такое? Скунс. Шкуры. Погнали. Погнали.
это они. Помощник, ты в районе реки Хенбейн. Здесь не верь ни своим глазам, ни тем более Роскель. Сейчас. По-моему, я потерял. Веры. Белые цветы обходи стороной. Это только кажется, что они безобидные. Если наткнешься на этих безмозглых увольней ангелов, сразу все поймешь. Они мигом тебя порвут. По-моему, меня просто раздавили. Ну да ладно, я там одного завалил. Не знаю, как это произошло, но ладно. Ну да ладно, сейчас еще раз попробуем. Короче, нам надо доехать до задания, кто понял еще. Сразу смотрите, уже другие начались эти. Прикольно, ладно. Как я появился там, алло, ребят. Да ладно. Погнали, ладно, туда. Тачка у нас осталась. Как ни странно. Тачки у нас вообще не должно было быть, потому что я из нее вышел. Она осталась, значит. Можем в ней покататься. Посмотрим, там что-то интересное, по-моему, есть. Дайте только патроны, будем потратил. Ладно. Этот есть. Так, что здесь есть? Все. Кого-то здесь замочили, короче. Прикольно. Значит, нам куда-то примерно сюда надо. Так, сейчас. Так, окей. Ладно. Поехали. Так. Здесь дальше. Сюда едем. И, по-моему, еще что-то пропустил. Едем. Так. Кидаем трансфер, берем автомат, там кого-то мочит уже. Но это не важно. Так, я двоих завалил, по-моему. Так, а кто тут был-то? Чё мне дали? Поздравляем, вы прошли первое испытание. Проходите испытание, чтобы получить очки навыков и разблокируйте новые навыки. Хорошо. Так, что нам нужно сделать еще? Новые навыки. Так, здесь какая-то такая фигня. Здесь есть... нажмите Q, чтобы... Меню навыков, вот он. Навыки позволяют открыть новые устройства и способности. И позволяют лучшее снаряжение и специалистов. Хорошо. Хорошо. Так, значит, что это такое? Это человек. Амфибия есть. Здесь есть парашют. Здесь есть кошка. Это типа, это понятно. Так. Сумка с боеприпасами. Ближний бой. Хорошо. Давайте получить навык ближнего боя тогда. Тут есть еще какие-то хрени, я не знаю. Карта, понятно. Испытание, вот. Снаряжение. Короче, в навыках используем этот навык. Берем его. Он довольно-таки хороший, я его советую.
Так, можно получить еще один навык какой-либо. Давайте, второй навык, давайте, пусть будет. Не, парашютом я не пользуюсь, давайте тогда кошка или амфибия. Давай амфибию. Так, здесь что еще есть? Состав отряда есть. А где он, этот Китон? Крис Китон, солдат, ну где он? Бойцы, ну где он? А где он? Китон. Скоро буду. Хорошо. Китон, ты где? Вот он! Появился такой с автоматиком, прибежал. Самолет есть. Берегись. Боеприпасы. Враг рядом. Где враг рядом? Я за тобой. Погнали. Залагал немного, ну ладно. И сюда. Китон. В тачку залезай. Поехали отсюда. Надо же, кто идет. Поверить не могу в произошедшее. Кто это с автоматом пришел такой? Жесткий такой парень. Ты кто? Только попробуй, это труп. А, это какие-то парни такие. Вот они пришли. Давайте мочим их. Прямо в голову. Что-то полезное. Спасибо. Погнали. Спасибо. Бедный Бёрк. Врагу не пожелаешь оказаться в блаже. Какой еще парень? Че они здесь все? Останавливаются, че они здесь все? Это кто? Берегись, я наткнулся на наркомана у старого бара. Он хотел толкнуть мне дурь, которая якобы помогает сражаться с сектантами. Как будто мне мало этого дерьма в воздухе. Так. Адьёс, помощник. Да, сейчас. Сделаем тогда. Так, надо взорвать. Это, да, как его взорвать? Давайте, я не знаю, чем взорвем его. Давайте. Отходи, Китон. Отойди. Ладно, как скажешь. Взрываем. Нет. Китон, а как бросить гранату? В смысле? А, понял. Хорошо разлетелось, смотрите. Китон. На месте!
хорошо. Смотрите как. Осторожно! Там все горит! Китон. Понял. Китон, куда мы идем? Для этого нам нужна тачка. Поехали. Есть моя тачка. Китон. Хорошо. Садись. Погнали. Нет, не здесь. Объехать. Обошлось парой царапин. Деревья можно пушить? Да. Ну, прикольно вообще. Поехали. Так, сейчас. Что? Машина? Это тоже оружие? Я, походу, своих забыл. Ну, они мне не нужны. Чё, куда? Я, короче, такой подъезжаю, блин, я не знаю, кого я заводил там. Иду. Так. Что такое? О, черт. По-моему, я его заводил. Китон, сюда. Иду, прикрой. Так. Что там? Кто, кого я заводил-то? Только что здесь. Не знаю, кого-то я заводил, по-моему. Оранжевая тачка. Вот! Это кто валяется? Чувак какой-то. Китон, ты где? Прекрасно вообще. Меня вот интересует, что здесь. Это явно чел какой-то. Чел какой-то. Прикройте меня! Вот черт. Молодчина, готов к бою. Спасибо, что помог. От меня! Удачники! Помогите! Убили. Ну что тогда, поехали. Иду. Патроны вроде, по-моему, есть. Здесь что такое? Не еще думаю, один? Что я спасен. Еще один китон, что ли, или кто это? Вера подсадит тебя на блажь, так же, как вашего никчемного маршала. Я помолюсь за тебя. Погнали. Или давай на той тачке. Поехали. Та тачка была поприкольнее. Поехали. Иду туда. Что я сделал? Твою мать! Бума! Ты за рулем. Нифига его завалили. Пума. Охренеть. А как ее собрать? Я ее соберу. Я ее только отпинать могу, а как ее собрать? Что такое было?
понял. Что-то такое валяется еще. Нифига его завалили. Я не думал. Я иду. Поехали. Это было очень странно. Поехали. Так, куда мы едем? Прикройте! Перезаряжаю! Почему? Тут надо пешком. Че такое? Иду, прикрой! Хитон, пошли. А ты кто? Отец вас не спасет. Я не знаю, по-моему, надо ехать на транспорте. Открывается карта. Давайте, я не знаю, куда поедем. Давайте поедем в... Что такое? Аркада. Не, не нужна аркада, мне нужна. Чтоб я поехал, ладно. Давайте просто проедемся по дороге. Посмотрим, может там что-то будет. Пошли, 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 Китон, Китон, пошли. Просто давайте попробуем увидеть его. Горный лев, да ладно. Так, прикройте. Нам нужнее, чем мертвеца. Нифига. Хороший выстрел. Это не твой день. Обыщем. Обыщем. Что найдем, все наше. Понятно. Пошли, Китон. Не знаю, куда ты там делся тогда. Ну да ладно. За мной приглядывал. Пошли. Ты за рулем. Пошли, Китон. По-моему, я его... Прикройте меня! Умно. Дробовик. Там, по-моему, кто-то есть. Так. Будет больно. Кто это? Вижу врага. Нифига! Ты кто? Думал, червей кормить буду. Нет, это какая-то фигня. Я засек эдемщика. Я иду. Где ты его засек-то? Что это такое? Ладно, и взрываем теперь эту хрень. Уйди оттуда. Стак. Без проблем. Прекрасно. Я готов. Пошли. Крадемся. Я вижу. Поиски запутали тебя. В юности я потратила на них не один год. Я была как крыса в лабиринте, бегающая за куском. Точка моя где? Отец помог мне понять, с этой что за пределами лабиринта есть мир. Обстрелянная сталка. Где меня не сошла. Нужна горелка. Горелки у меня нет. Папа любит. Где не забирают, а отдают. Поехали. И он встретит меня с распростертыми объятиями. Где? Больше я... Так, куда едем?
Сейчас посмотрим, куда едем. Давайте поедем туда, куда я не знаю. Сюда, может. Вот, пик. Пик ангела, давайте. Нам сюда именно. Я здесь, и я не... Нам сказали туда не ездить, но... Почему бы и нет? Почему бы не съездить туда? Именно в этой части прохождения. Так, поехали. Я вижу цель! Ага, увидел! Боже! Убил одного уже. Еще второй, что ли? И кто это? Свой? Едем. А как они понимают, где мы, а где не мы? Кстати. А, белохвостый олень. Ясно. Кого-то там палишься уже. Что там происходит? Ангелы. Мы приехали. Нам сюда. Идем. Осторожно. На, одного уже убили. Орел или кто? Это что за хрень? Стреляй, Китон. По-моему, у меня кто-то стреляет. Это мечики. Китон. Сейчас они получат. Не знаю как, короче, убили. Убили. Да. А, очень обидно, конечно, но мы вроде что-то сломали, по-моему, я не знаю. Спасли, мы кого сломали. Ладно. Нам вот именно надо закончить вот этот вот момент. Нам надо сломать эту хрень, короче, и да. После того, как мы его сломаем, тогда уже будет вопрос. Ладно. Окей. Так, давайте. Так, ладно. Давайте закончим с этой миссией, и на этой... на этом моменте мы закончим. Вот у нас Китон остался, здесь живой еще. Так, нам надо закончить с этой миссией, и тогда мы закончим эту часть тогда. Это, наверное, еще на несколько минут. Наверное, на минут 5 геймплея игры. Тут у нас какая-то фигня идет. Вышка. Давайте на вышку слазим. Теперь, когда у тебя есть тачка, поезжай по грунтовке, пока не доберешься до развилки дьявола, а там, куда Бог пошлет. Удачи, помощник. Свяжусь с тобой, когда узнаю что-нибудь новое от бой. Так, полезли. Не лезь со мной, не лезь, Китон, блин. Ты сейчас опять свалишься, и пипец будет. Опять он за мной полез. Так, надо закончить, вот осталось чуть-чуть. Давайте закончим вот этот вот, на эту гору надо залезть. Так, здесь надо починить. А, здесь уже починено. Ладно, окей, надо заканчивать. Так, давай, Крис, Китон, залезай ко мне. Сейчас мы, значит, по тросу переберемся туда, залезем... Нет, не залезем. Куда нам надо идти? Что, лодка, что ли? Короче... Погнали туда.
Китон. Молодец. Пошли. Что это такое? Давай-ка. Посмотрим, что это такое. Опять убитый какой-то этот. Здесь у нас пушки. Читать. Читаем. Короче, ладно, на этой часть надо заканчивать, наверное. Сейчас допроходим эту миссию. И тогда в следующей части тогда доиграем. Так. Ну тут недалеко. Сейчас добежим. Так. Сюда идем, сюда. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Пизда хрень. Кита, ну ты где? Иди сюда. Что там такое? По-моему, там что-то интересное, нет? Блин. Иду туда. Куда? Побежали за ним. Стой. Ну да ладно. Не получилось. Ну да ладно. Нам нужна тачка. Зададим им жару. Иду. Немного лагает. Нам нужна тачка. Это понятно. Это нам нужна тачка просто. По-моему, это квадрик. Да, это квадроцикл, можно на него сесть. Твою же мать. Что такое? Поехали! Садись! Сзади там никуда. Если нам не заплатят выкуп, надо придумать, как еще использовать пленных. Ты за рулем. Черт. Кита, ну тебя в жопу, короче. Го сюда. Тебе конец! Слышишь? Убьем этих засранцев! Ты проиграешь, дружок! Кита, ну что там такое? Квадрик. Он, по-моему, лучше. Лучше всех тачек этих. Погнали! Поехали! Что ты хочешь? С кем в бою-то я и так завалил медведя? Охренеть. Ладно, давай поболтаем. Чувак, давай поболтаем, ты чё? Да ладно. Хрен с тобой. Поехали. Погнали. По-моему, я наехал на медведя немного. Поехали, нам осталось чуть-чуть. И на этом мы закончим. Так, значит, сюда мы посмотрели на знаки. Смотри,
Смотрите, кто там! Нам надо обратно на гору убить всех этих парней. Там их, по-моему, мало, но я почему-то не смог убить, они, я не знаю, меня завалили просто. Мочим их. Хрен с ними. Давай, Китон, постреляй в них, если тебе надо. Минус два. Минус двоих уже. Магазин. Знак врезался и завалил знак. Так, немного залагало. А где ты? Китон, ты где? Мать твою, ты куда делся-то? Твою мать. Китон, в жопу тебя. Просто в жопу тебя. Свежий, полон сил. Ты почему выпрыгнул-то? Я не понимаю. Мы убьем их всех. Во, магазинчик. Едем. Так, давай-ка. Магазин. Сейчас просто посмотрю, что здесь можно сделать. Давайте, у меня $1000 есть. Так, оружие. Сейчас быстро все закончим. Проходим и все. Надо заканчивать и все. На этом наш видеоролик будет закончен. Так. Мы берем, значит, что нам нужно, это не нам не нужно, и нам нужен пистолет, нет, пистолет нам не нужен. Так, автомат, это клуб, это автомат другой, это... Нет, так, так нам не нужно. Такое нам не нужно. Нет, точно не явно не оружие. Давайте, костюм. Сейчас вот так вот. Нет, не то. Давайте тогда торс, куплю я, наверное, тогда... Нет, не то. Давайте, что там самое дорогое такое было? По-моему, самое дорогое здесь было это очки. Да. Есть кепка с очками. А есть просто очки. Ну и пока что вот так вот заставлю. Прикольно, у нас есть очки. Так, погнали. Как же сердце колотится? Я вот туда! Она пожирает своих шеф. Я, походу, ее ударил все. Садись! Чего ты ждешь? Едем! Все, ты здесь точно? Здесь шиф есть. По-моему, я своих завалил. Нет? Так. Умно. Чё там? Вы чё? Ну, я понимаю, что я в вас врезался, но не так же. Ну да ладно. Что ж за херня вокруг творится? Так, ну чуть-чуть осталось, ладно, все, давайте закончим. Так, немного не туда влез, ну да ладно. Так, давайте. Садись. Так, нам осталось доехать тут чуть-чуть. Мы давайте завалим этого. Ну, Кита, ну садись, давай. Давай. Положись на меня. А, ты на свой сел? Да ладно. Ну, прикольно, прикольно. Ладно, поехали. Я-то быстрее тебя гоню. Так, я приехал сюда. Значит... Ну, Кита, ну ты куда попёрся? Ну, ё... Быстро в этот, быстро в этот. Пошли, поехали, поехали, поехали. Поехали за ним, поехали. Вижу врага. Давай, 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 давай. Я умираю.
Все нормально. Пошли. Туда переберусь. Так. Что здесь такое было? Что? Открываем. Что ну такое? Все. Прикольно. Иду туда. О, спасибо. Собака? Это что за... А, хорошая собака. Ладно, давайте садимся. Мы как раз здесь уже близко, да ладно. Ладно, давайте. Пора заканчивать наш геймплей. Погнали, Китон. Патроны есть, гранаты есть, все спокойно. Как мне его сломать-то, я не понимаю. Вот. А, ясно. Иди сюда, Кит. Твою мать. Ну, там кого-то валит уже. Бизон. Этот Китон, иди сюда. Китон, иди сюда, пожалуйста. Запросто. Так, теперь ломаем эту хрень. Так, значит, стрелять надо сюда. Давайте. Прекрасно. Ну что ж, эту фигню мы разломали. Так, у нас там тачка есть, там есть оружейная фигня. Ладно, давайте. На этом мы заканчиваем. Тут уже ночь начинается, там кто-то еще едет, по-моему, убивать. Так, завалили двоих. Обыщем их. Ну и на этом, наверное, надо нашу часть заканчивать. Почему-то, я не знаю почему, мы не добрались до конца. Мы не добрались до того места, где мы хотели попасть. Я добрался только до сюда, нам надо еще далеко. В общем, на этом часть заканчивается. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Ставьте лайки. В общем, ставьте лайки, да. Ну, я вот последних этих. Сейчас завалю. Китон, вали их просто. Минус один. Все. Пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока!